приветики, приветики. Итак, вскрыла я уже весенний, да? Я его попробовала весенний, и он невкусный. Все ехало ко мне 22 дня. Очень быстрая доставка, безумно быстрая. Я даже не ожидала, что она так быстро дойдет. Но я этому очень-очень рада. И оно все пропитано машинным таким ароматом и вкусом. И он весь одинаковый. Так, в этом пакетике у меня зефирка. Зефирка. Опачки. Вот так. Очки. О, блин, обожаю. Надо подписать. Чтоб не перепутать, потому что я буду все равно чистить его. Он чуть-чуть грязноватый. И подписывать заново. Но сейчас пока мне это необходимо подписать. Зефирка. Иначе я перепутаю что-нибудь, и потом не очень будет. Непонятки какие-нибудь. Расскажите, как у вас дела? Пока я тут вожусь. Я не знала, выходить ли мне на эфир или не выходить. О! Либо так разобрать. Блин, еще один пакет разорвался. Наши транспортные компании — это нечто, блин. Меня аж раздражает. Но неужели нельзя везти товар аккуратнее? Просто такое ощущение, что они вообще с ним не церемонятся, ни сколечко. Два пакета изорвалось. Ужас просто какой-то. Причем в мешке пакет в пакете. А пакеты все как эти, знаете, как сетка. В дырдочку. Это у нас что? Вот ты поймешь, что. А, принцесса Милоежка сорт я вот заказала. Я заказала сорт принцесса Милоежка. Это, я насколько знаю, принцесса новиночка. И мне стало очень любопытно, что это за сорт. Вот здесь я вижу ракушечку. Где? Куда? Я. Эй! Девала. А, вот. Ой, он весь в ракушечках. И тут ракушку вижу, и тут. Слушайте, ну прям вот это вот мне уже не очень нравится. Он, наверное, сочный, раз только ракушек. Да? Ой! Все, отвалился. Слушайте, он, походу, песочный. Я не читала описание. Но мне стало прям это интересно. Что за новиночка? Да, судя по тому, как он чистится, это песочный. Сейчас я его немножечко попробую, хотя я уверена, что он вкусом машинным. Ай, блин, капец. Песочный. I don't speak English. Время у меня почти 5. Здравствуйте. Сейчас подпишу. ПМ. Принцесса Милоежка. Кстати, у него вот нет такого машинного привкуса. Так. Принцесса Милоежка. Чистить буду однозначно, не знаю, сниму или не сниму, не знаю. Обычно я включаю какой-нибудь вебинар, слушаю на фоне и чищу.
Сейчас расслабляюсь, короче. Еще один пакетик. Господи, дай мне, пожалуйста, это прочитать. А, старый оскол, фу, слава богу. Изорванный пакет, еле... Какой мелый сухих. Здравствуйте, фаворит. Севрюкова. Самый-самый. Севрюкова, Белоград, Петропавловка. Из песочных. Классик. Летний. Старый оскол. Вот я старый оскол. Заказала. Слушайте, у меня будет и принцесса Милоежка песочный. И вот старый оскол. У меня еще есть кокос, который безумно песочный. Аж грубый такой. Его грызть, как будто цементную стену. Залью, кстати, сегодня, наверное, видео. У меня есть. Привет. Дарья, привет. Я мой карандашик. Это старый оскол. Старый оскол. Чтоб не потерять, мне подпишу. Ох, вот эта глыбушка. Красивая. Все красивое. Оскол. Конечно, да. Я уж такая обрадовалась. Думаю, что посылка шла недолго. Будет менее травмирована. Да не тут-то было. Работают там всякие вот эти мужланы, которые кидают наш товар, как попало, я не знаю. Мне кажется, что на мою посылочку что-то разлилось, когда я из мешков доставала пакеты, один край мешка был в чем-то мокром, как будто. Я принюхалась, вроде бы не масло, там, ну, там машина, ничего такого, но, блин, мне стало так стрёмно. Хотя я понимаю, что мел в двух пакетах. Ну, как-то все равно не очень, знаете. И вот два, какой, весенний зефирка у меня прям были с ароматом таким машинным. Сейчас будет все выветриваться, будет все сушиться. Do you know English? Please speak English. I don't speak English, sorry. Hello, hello. I don't speak English. Здравствуйте, здравствуйте. Я почистила старый оскол. Пожалуйста. Сейчас, будет нормально. Открой вот это, пожалуйста. Достань микрофон вон там наверху лежит. Песочных попадаются ракушки. Я надеюсь, сейчас звук стал получше. Я микрофон подключила, но я его не буду никуда сюда цеплять, потому что мне неудобно.
Я небольшую распаковочку сниму и все. О, вот этот пакетик поцелее будет. Что это у нас? А, классик. Слушайте, у нас только песочных уже получается. Я не ожидала просто, что принцесса Милоежка будет песочная. Песочнее, поэтому... Классик. Я не хочу сейчас еще грызть песочную. Сейчас быстренько. Звук супер. И так бомбезно. Спасибо. Вы посмотрите вот на этот вот. Какая глыбушка. Я вообще люблю песочные сорта, если они хорошо просушатся, если они достаточно долго полежат. О, глыбушка, остальное все тут камушки. Камушки у меня пойдут все в ассортир кучкой. Их чистить, конечно, знаете, как семечки, они маленькие. Но я, конечно, почищу за каким-нибудь вебинарчиком. Будет ассортишки. Вот еще пакет, и он изорванный. Пожалуйста, дайте мне прочитать, что это. Ладно, чтобы прочитать, надо хоть чуть-чуть вытащить. Так, пожалуйста, пожалуйста. Ничего не понимаю, что написано-то. Сейчас соберем пазл. Белое облачко. Белое облачко. Да, муторно, согласна. Ну а что сделаешь? Тоже хочется, ну, выкидывать поменьше. То есть, если можно почистить вот такие вот кусочки, да, ну то есть муторно, но они же есть. А мука, муки очень много. Итак, белое облачко у нас. Его я сейчас чуть-чуть попробую, потому что я понятия не имею, какая структура. И мне безумно интересно, что это за сорт. Облачко, белое облачко. Как у вас делишки? Я вообще в отпуске еще недельку буду. Я уже устала. Не устала, но да, зато потом вкусненько. У меня все болит. Я в тренажерке, я на танцах, я там вчера в бассейн ходила. У меня еще не так все болит. Я решила попробовать упражнения вообще на другие мышцы, другие задействовать, какие-то новые. И у меня все болит. Безумно. Так, белое облачко я хотела попробовать. Сейчас я почищу кусочек. Когда я в прошлый раз заказала себе 72 килограмма мела, я была уверена, что я, может, так не сделаю, потому что я так задолбалась его чистить. Я задолбалась его разбирать. Ну, как вы понимаете, милоежки, как не заказать еще? Нет, ну я просто заказывала до этого уже чистенький и сушеный, а тут самой приходилось все делать. Это, конечно, вообще... Но... Он, видимо, еще не просушенный, поэтому... Так, а уйдите с моих окон, пожалуйста. Стали. Thank you.
Итак, белое облачко. Мне понравилось, очень понравилось. Я понимаю, что он не просушенный, он просохнет, будет еще класснее. Вот эта вот хрустящая структура такая, знаете, как воздушный рис. Прямо она так лопалась сейчас, прикольно. Я понимаю, что просохнет, он будет тверже и хрустящий. Понятно, что... Здравствуйте. Вот, описываю. Понятно, что сейчас я ничего не пойму по вкусу, потому что его нету в дороге. Он должен раскрыться. А по структуре мне понравился, он такой нежный, не песочный, но и не жирный. Напоминает чем-то суфле. Наверное, вот так вот мне вот на ум пришел. Шервуд. Новиночка у меня в рационе. Я не пробовала шервуд. Понятия не имею, какой он. Я не читала описание, судя по вот этой улыбке серой. Это жирный, тяжелый. Ужас. Заказ от принцессы Милоежки. Я его подпишу, потом просушу, поколю. Это капец. Шервуд. Шервуд у нас жирный. Ой, тяжелый, бля. Шервуд. Так, ты мне тут на ногу только не свались, а то и я... будет больно. Такая глыбка. Если на ногу принесу. Так, следующий пакет. А, тут один пакет. Это, скорее всего, Севрюкова. У меня получается в одном пакетике по два пакетика. Но здесь вот один пакетик. Я не ошиблась, потому что это Севрюкова. Я его заказала не 3 килограмма. Не по 3. Ну, не 3, как по, все я по 3 килограмма. А 5. Потому что Севрюкова я обожаю. И его заказывать сюда чуть побольше. Чтобы он у меня был подольше, побольше. Пришло 47 килограмм. Но мы понимаем все, что... Ну, я заказывала 36. Ой, или 37. Куда я тут делала карандаш? Я делала куда-то карандаш. А, вот он. А, 40... Ну, она всегда же кладет с перевесом. Понятно, я сейчас чищу. Килограмм 5, наверное, счищу. Не знаю. Севрюкова. Тут две большие глыбы. Можно это... упражняться. Ручки качать. Красивые такие. Для заставочки. На YouTube. Красиво. Севрюкова. Севрюкова. Поколем, почистим. Прямой будет в рилс. Ну да, он также и сохраняется. Крошечку на картишке. И последний пакетик у нас тут. Блин, что-то выпало. Что-то выпало. Откуда-то что-то выпало. Отсюда. Что-то выпало. Угу. Что? Что? Нежный. Нежный. Нежный есть такой? Я заказывала. Ой. Кстати, посмотрите, у меня в Телеграме я скидывала. Прайс от принцессы. 4 килограмма. Нежный. Нежный. Ну, нежный же, да? Я не помню. Ну, придется... Ну да, вроде ей написано нежный. Короче, ладно, потом посмотрю. Если что, переименую. А, вроде да, 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 Настя, спасибо. Я уже не помню просто. Я его не пробовала, не заказывала еще. Нежный. Нежный. Нежный.
улыбка. Красавица. Три маленьких кусочка и глыба. Главное потом понять, что свой почерк. У вас бывает такое, что вы что-то подпишете, а потом не можете разобрать, что это? У меня бывает. Ну и последний. А, я еще не попробовала. Интересно, мне зарядки вообще хватит? Должно хватить. Я же хотела попробовать, да? Так, я зачищу. Нежный. Действительно ли он нежный? Ну, сейчас-то, конечно, блин, у меня весь мел, наверное, нежный. Нежный 3 килограмма. Спасибо большое! А большое спасибо. Сейчас мы его и попробуем. Этот самый нежный. Ну, вот мне нравится. Белоснежность мне нравится. Как он чистился. Структура нежная. Слушайте, я сказала, да, структура нежная. Он чем-то сейчас был похож с чем? С белым облачком. Но я ошибаться могу, потому что когда приходит только мел, часто смотрю, девочки разочаровываются, что он типа одинаковый. Нет, это он с дороги просто так кажется одинаковый. Потом он полежит, раскроется 100%. И там ничего будет общего с одинаковостью. Софи, привет. Он и правда нежный. Нежный-нежный. Кашка такая нежная. Крупиночка до конца у него. Посылочка 47. Вот так вот, а я вся. Оля не может аккуратно. Оля все ноги. Красота! Как моя любимая песня у Джонни. Помни, что ты мой рай, мой рай. Все, я в раю среди глыбушек мела. Так, нежный-нежный, а потом буду описывать, когда это все просохнет. Мне определенно нравится. Последний. Воздушный. Обожаю. Заказываю его второй раз. Так и Севрюкову. Сюда. Сейчас она будет в моем заказе, потому что мне он безумно понравился прошлого заказа. Вот это воздушная, вот прям воздушная текстура. Тоже взяла. Ну, походу, его ешь все-таки. Хотя нет, есть аккуратистки, да, есть у нас прям совсем. Вот прям, чтоб ничего. Я не могу так, я если в процессе я вся. У нас даже, когда я училась,
Я училась на художника, и мы на практике, когда сидели и рисовали, вот это вот непроливайка, да, палитра, кисточка, все. Смотрю, девочки рисуют так аккуратненько. У них кисточка чистая, и только кончик кисточки, да, это сама мягкая часть, красочки. У меня будет вся кисточка в краске, все руки будут в краске. Я вся буду в краске. Оля рисует. Оля творит. Вся буду в краске, да, это как-то они аккуратно так скучно рисуют. Ну, в общем, так. Итак, это... Забыла, что я открыла такое? Что... А, воздушный. Воздушный не очень мне понравился. Очень-очень-очень. Тоже есть и поменьше кусочки, есть и глыбушки. Мне понравилось, что вот в этом вообще глыбушек очень у меня много. Но я не люблю особо их кусать. Потому что у меня впереди стоит коронка. Почему я не могу откусить, да, напрямую, только если это печенька мягкая, например. Потому что у меня стоит здесь коронка, я ее очень берегу, и мне кусать приходится всегда, естественно, ну, на другие боковые воздействовать, чтобы меня, естественно, беречь. Поэтому я твердые сорта, блин, в мокром виде в основном. Ха-ха-ха. Ну, там ха-ха. Я вообще неуклюжая. У меня мои подруги, окружающие, они иногда на меня смотрят и думают, как ты вообще живешь? Как ты вообще выживаешь? Что-нибудь да натворю. Вот это вот во мне сидит. То может что-нибудь упасть из рук. У меня зубы, к сожалению, очень чувствительные. Такая же ерунда. Вот я погрызла, и там, допустим, 2-3 дня я стараюсь не грызть, потому что они у меня прям болят. Десна постоянно болят. Вот две голубушки воздушного, и тут еще маленькие можно подписывать. Ну ладно. Короче, я тут все распаковала. Хватит. Я вам сейчас покажу, что это у меня. Нельзя говорить беда, нельзя, нельзя не писать, не говорить, не думать, нельзя. Притягивайте, нельзя. Ай-яй-яй, все хорошо. Радость и счастье, и любовь, и здоровье, все. Все, что должно быть в наших мыслях. Счастье, радость, любовь, здоровье. Благополучие. Звучит, как будто я какой-то... Этот инфо-цыган. Вот так и есть. Хорошо. Ой, все. Сейчас я вам покажу, что у меня тут за бардак творится. Кошмарный. Тогда я отключу микрофон. Потому что я уже, в принципе, похрустела. И мне не надо. Куда ты там зацепился? Эй. Эй, Пася. Сюда. Сейчас. Где? А где у нас тут кнопочка переворота? А вот. Смотрите. Трем-трем-трем-трем. Это все подписано. Я буду, короче, разбирать. Вот это вот глыбушки у меня вот такие. Вот и тут. Ту-ту-ту. Ай. Ну и что, дорогие мои, все распаковали. Хватит болтать. Нужно мне это все разбирать. Чуть-чуть подзачистить, хотя бы глыбы колоть уж потом. Убрать, чтобы в контейнер. И времени у меня осталось. О! 40 минут. Потом в сад бежать. Все, дорогие мои любимые, всем пока. Спасибо, что были со мной. Кто пропустил начало, смотрите в записи. Не скучайте.